Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы сейчас увидим, что дарит ВГ в этом году. Но мне кажется, что-то замечательное, потому что я не смотрел обзоры. Вот, ну, знаешь, что ВК какой-то там танчик 6 уровня, но то танчик, типа, как ВГ говорит, это просто награда, которая будет восстоять в ангаре, на которой можно кататься, но вам не советуют. Потому что это просто воспоминания танкистов. Замечательно. ВК 28.01. 3 дня према. 850 тысяч опыта. 250 тысяч опыта. 1,5 ляма серебра. 2000 бон. Стиль. 8 лет всякие нашивочки. И медаль. 20 марок. Я, кстати, не знаю, зачем они нужны. Замечательно. Ух ты. Стиль на 50B. Красивый. Стиль на деда. Как всегда, какие-то иероглифы, нафиг они их суют. Эй, прикольно. Какое непробитие. Да, хорош, хорош. Какой-то желтый дед. Так, на стерву я не видел стиля вообще. И прикольно. Ну, не знаю. Могли бы постараться, могли бы что-то придумать. Такое. Такое, такое. Т-30 стиль. Воу, ну, Т-30 это... В том году вроде его давали, если ты там ключи все собрал. Да-да, это он. Но у меня нет Т-30. Надо бы выкачать такой хорошенький танчик. ЛБЗ на нем хорошо выполнять. Ну и стиль на арту, блядь. Фу, на, фу. Блять, правда. Так, ну я, наверное, возьму. Возьму боновый досыл, наверное. И боны. Самое полезное, что я вижу. Так, где этот красавчик? 6 уровня. Красавчик 6 уровня. Вот он. 8 секунд КД. 350 урона. Джагуар. Больно же это 3-4. Да-да-да. Ох, точность. Да отвали нафиг, слышишь, видишь, я воюю, блядь. Встал рядом и воюй. Ты что, места мало или... Алло. Давай, давай, давай. Вкусняшки, вкусняшки. О, КВ-1 я даже не пробью, наверное.
Дальше я его, наверное, никуда вообще не пробиваю. Он в рамбе стоит, я его хуй пробью. Это 3-4 можно джахнуть. Ой, хорошо. Ой, Т-150 вообще даже и не мечтаю пробить. Так, теперь фугасы, надо фугасы потестить. Поскольку фугасы будут джахать. Так, не, он ждет, я подставляться не хочу. Сорок три. Ой-ой-ой, мимо. Тоже на фугаске. Братишка на фугаске. Давай 150, и добирай его. Хорош. Нихуя себе арта приехала. Шестьдесят четыре. Бомба. Гегнерфахрзеуг ausgeschaltet. Хорошо. Я 25. Ахиллес. На, братанчик, размен ХП, как тебе? Да, с пятыми уровнями это просто бомба. Я 25 на закуску. Хорошо. Развлекается. Шкода развлекается. Так, не сдохнуть бы от нее. Арта еще где-то должна быть. Это чисто уничтожитель арты. Вот заезжает он на базу, там три арты просто. Чпонь, чпонь, чпонь. И за 30 секунд арты нет. Ну, если она его не убьет. Не дадут мне ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего страшного. Ну, ВКшечка. Давай еще немножко, еще разочек. Давай еще разочек так сделай. Порадуй папу. Да. На центр ехать. Класс 1С. Браток, браток, постой, подожди, не спеши. ВБР тут вообще на высшем уровне просто. Да. ВБР тут вообще нахер или... Только ВБР решает, попадешь ли ты или нет. Ну, ВГ в своем репертуаре.
чертово минское казино. Нет, танчик кайфовый, прикольный. Пофаниться на нем можно. Ой, сейчас будет удивлена. Ай, приятно же. Ой, приятно. Ай-яй, приятненько как. Так неожиданно и приятно. Очень приятно. Так же приятно. У кого два? Здравствуйте. Не знаю, вошло, не вошло. А ну-ка, сейчас будем ВБР проверять. А ну-ка. Тестим ВБР. Да, это оно, минское казино. Блин. Дайте мне света. Погнали. Ну да, но таким навесом, как у арты летит прям. Это такая ЛТ арта. С ЛТ режимом, ТТ корпусе. Короче, херню смолол. Сейчас сольем. А, сука, он меня пересвечивает. Надо уходить отсюда. Элка тут вонючий. Три четверка я должен пробивать. То есть обязан, не должен, а обязан. Да, вот это минское казино, вот тупо ты стрельнул, и ты ждешь, попадет оно или нет. Вот, я не знаю, кто от этого кайфует, кто от этого получает кайф. Я как, ну, я считаю себя нормальным игроком, среднестатистическим. Чего, блядь? То... Для меня скилл, вот это кайф, когда на скилле ты играешь. Когда вот это минское казино, я не знаю, для кого это. Для дураков. Каких-то непонятных. Вот, он тут стоит и радостный. Блять, короче, не хочу в эту помойку играть, нахуй. Не, ВГ, спасибо, вы меня удивили, очень сильно удивили. Приятные подарки, даже мне, я не знаю, за эти 8 лет, что я с вами, спасибо. Я первый раз вам скажу спасибо.
что захотелось поностальгировать и вот ловите еще боечек на полтиннике. Что мы не проехали или что, уехали, смогли уехать? А, мне бы как-то проехать. Они целят. Ах ты помойка КСная. Хорош. Без хп остался, но раскидал. Давай, ВКшечка, давай. Кого нет больше? Ага. Т-34. Класс. Да-да-да, давай перевернись еще. Вот Черчилль пушит. Давайте жарьте его. Хорош, 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 хорош. Да-да-да. Уходи, 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 братишка, уходи. Кашечка, беги, беги. Ай-яй-яй-яй. Да ты дурак! Уйди нафиг! Уебать ты конченый! Вот и все. А он на фугасе. Уходим, уходим, уходим. Вот это, блин, поворот. Уходим, уходим, уходим. Он будет убивать того, мы его убьем. Думаю, они арту добьют. Так, мне ему три плюшки надо дальше поубить.